Все мое почтение, друзья, и сегодня, 8 апреля 2022 года, уже вечером, появилась информация, что Европейский Союз опубликовал пятый пакет санкций против России. Они вступили в силу, и в этот пакет входят такие вот люди, физические лица и предприятия. Концерн Калашников, официальный представитель Минобороны Коношенко, глава Сбербанка Герман Греф, а также Олег Дерипаска, Катерина Тихонова, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги. Европейский Союз ввел санкции против уже самого близкого окружения Путина. Надеюсь, что это как-то подтолкнет их уже ликвидировать этого Путина и фактически отобрать у него уже эту власть. А вы как считаете, вот этот пятый пакет санкций будет действительный, действенный или нет? Напишите в комментариях ваше мнение.